Дорогі брати, я дуже радий, що ви відгукнулись, що ви прийшли. Я перейду на на російську мову. Я рад, що ви прийшли всі, отозвались на призыв, и мы здесь собрались у брата дома, да, спасибо тебе огромное за то, что ты нас пригласил. И мы можем спокойно пообщаться, побеседовать, поговорить, Слово Божье почитать, да, и ближе познакомиться. Меня зовут Денис, я служитель в церкви в городе Житомире, живу в селе 25 километров от города. Церковь у нас молоденькая, 2 года всего ей, 10 членов церкви. Ну, занимаюсь вот таким служением. Это изменило мою жизнь. Честно, я приехал 5 лет назад первый раз до Авраама на конференцию. Услышал, что нужно организовывать новые церкви. Отозвался на Божий призыв, и спустя 3 года на Марьяновке в городе Житомире открылась новая еще одна церковь. Вот так вот. Я бы хотел, чтобы мы сейчас, вот вы пришли к нам, к братику в гости, я бы хотел, чтобы мы все перезнакомились, да? Давай. Как зовут? Зовут меня Вова. Я сам с Киева, но живу в Хмельницке. Проходил там реабилитацию на центре и сейчас служитель на том же центре. И, ну, могу сказать так, что Бог меняет жизнь, дает новые знания, дает по-другому смотреть на эту всю жизнь. И я этому очень радуюсь. И могу сказать, что это очень классно, что советую другим служить таким же, как я и другие, там, от разных зависимостей, то есть набираться опыта. Сегодня я приехал тут первый раз сюда, но думаю, это будет не последний. Есть чему поучиться, послушать и применить это в жизни. То есть, ну, как-то так. Если будут вопросы, то задавайте. Меня зовут Дмитрий, я из Луганской области, у меня брат-проповедник, сват-пастырь. Я в жизни как бы долгий путь у меня к Богу. Могу сказать не понаслышке, попадал в такие ситуации, только Божья воля, только Бог мог попасть, помочь, чтобы я все-таки мог находиться здесь, общаться с вами. Слава Богу. И все-таки иду все ближе к Богу. И я думаю, все-таки путь мой не остановится, и буду идти ближе, стараться как бы быть рядом больше с ним. Вот я вижу, когда я попросил, ты самый первый вскочил. Что тебя побудило? Меня побудило, общение и все-таки поделиться своим жизненным, опытом, что действительно попадал в такие жизненные ситуации. Только Бог мог помочь, только Бог мог расставить так вот ситуацию. И я все-таки решил, что надо быть ближе, идти ближе к Богу. Слава Господу. Мене звати Максим, мені 15 років, я недавно прийняв хрещення. Я з самого дитинства живу в Божій сім'ї, з самого дитинства з Богом. Ти щасливий. Так. Да. такого... Кроме благословення і благодаті, не о чому розказати, так? Да? Да. Слава Господу. Это только Господу слава за это. Да. Сюди я приїжджаю з наставником. Ну, їх тут немає, їх тут все. І зараз я живу в селі, у мене є наставник духовний, і ще один член нашої групи. У нас 3 члени групи постійні.
Ми хочемо створити в селі Копита церкву, здорову церкву. Ну, в процесі. Пусть вам Господь поможе. Мене звати Максим. Я недавно покаявся. Молодець. Хожу в церкву 1.5 года. Скоро буде 2 года. Через 0.5 года. Клас, молодец. А откуда ти? З Херсонської області. Угу. З Сашою приїхав? Да. Молодець. Давай, братик. Мене звати Веніамін. Мені 15 років, я з Луганської області. Прийняв хрещення в маю. Тож як недавно. І служу в церкві в Новоросищі. І ще їздимо по іншим селам, теж служимо там. Мене звати Яків. Я з Херсонської області, селище Чаплинка. В мене було... Я з дитинства, я віруючий сім'ї. І в мене 25 вересня було хрещення. Слава Господу! Мене звати Олександр. Я теж недавно прийняв хрещення і більше познаю Бога, і веду служіння, євангелізую, і хочу більше познавати Бога, який Він люблячий Батько наш Небесний. Слава Богу. Брати, скажіть, будь ласка, Бог живий? Да. Ісус живий чи Він помер? Він діє до цих пір? Да. Ви бачили його дію на цій неділі? Да. Хто може поділитися? От я розкажу, наприклад, за себе. Да? Чесно вам кажучи, перший раз за все моє життя, ну це таке якби битове, але перший раз оце воно таке сталося, що треба було робити ходову у своїй машині, і я зарані вже назбирав гроші на це. І коли підійшов срок ремонту, в мене були вже зібрані на це гроші. Тому що раніше машина ламалась постійно, внезапно. А цей раз от деньги вже були на це зібрані. І це благодаря, наприклад, курсу фінансової свободи. Може, чули про такий курс. І у мене просто переповнює благодарність Господу за те, що Він навчив мене розпоряджатися фінансами, що я... Начав планувати свої розтрати, свої доходи. Це тільки благодаря Богу я цьому навчився. І дякую Богу, що машина на ходу і їздить, і все, слава Господу. В мене була така ситуація. До нас до школи перейшов в мій клас один хлопець. Він, здається, з нами 3 роки в моєму класі. І я з ним від першого дзвоника, коли він до нас тільки перейшов клас, я з ним постійно проводжу час, я з ним роздружився, і ми можемо на багато різних тем говорити. Я йому про Бога був розказував, і він мені вчора пише повідомлення, те, що от розказує те, що ти класний друг, от цей період, з яким я оцей час, який я з тобою проводжу, за цей час я став ближче до Бога. Ну, і пару моментів він мені таких розказав, і це дійсно було підбадьорення, те, що треба і надалі працювати, треба і надалі проводити час з людьми, і саме теж завдяки курсу, який тут і викладають, є певні відповіді на деякі питання, і я радий те, що в мене є можливість сюди приїхати. Слава Господу, алілуя. Як звати? Друга? Богдан. Богдан. Угу, клас. Ще хто поділиться? Давай, Веніамін. Ну, я зазвичай, у нас є такі тести у школі, і такими тестами нас учителя завжди топлять, можна так сказати. І один раз я нічого не знав, і прийшов до школи, і якраз був такий тест. І я його написав
не на таку ж і гарну оцінку, але, ну, я думаю, 8 – це нормально. І слава Богу, що я такий зразу, Боже, допоможи, то що я не знаю ніяких відповідей, і все. А тест був по біології ще. Ти просив Господа, він тобі допоміг в цьому, да? Слава Богу. Батько знає про це? Хто ще поділиться? Максим? А? Допомогти? Скажи мені, будь ласка, ти сьогодні проснувся? Ти сьогодні живий? Здоровий? Тебе нічого не болить? Так слава ж Богу! Хіба це не дія Божа? Є за що дякувати, скажи. Хто ще поділиться? Дім. Я, звісно, згоден, що ми сьогодні проснулись з утра, і ми сидимо за цим столом, і на це воля Божа, слава Богу. А всі ситуації житті, ну, я думаю, Господь Бог іменно укаже той маршрут, указує, який пособляє нам в цій житті. Хто ближче до нього, то і все ж таки, от вона і є воля Божа, що ми тут зібрали всі, що всі не хворіють, всі. Слава Богу. Слава Богу. Може, ще хтось скаже, що згадає, що Ісус зробив? Єсть? Давайте, є, так? Да? Я хочу розказати, як я сюди їхав, як в мене у четвер вечором чи утром. Утром мене схватив зуб, і треба було їхати в Ревах. Я кажу, Господи, щоб я поїхав на служіння і прославляв Тебе. Ну, Бог дійствує, і знаєте, що і ми хотіли їхати машиною, і опять, каже, машина не поламалася, ми не будемо їхати сюди. А так Господь устроїв, що ми приїхали сьогодні сюди на, ну, своїм ходом. Слава Богу. Брати, давайте поблагодарим Бога за це, да, за Його благословення. Давайте помолимося. Дорогой Господь, Ты вечный и могучий Бог, Господь, и мы благодарим Тебя за то, что мы можем обращаться к Тебе в трудные минуты, зная, что Ты нас поддержишь, нам поможешь, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты действуешь в жизни моих дорогих братьев, Господь, они видят Твою руку. Спасибо Тебе за те благословения, за те чудеса, которые Ты делаешь в наших жизнях, Господь, за то, что Ты укрепляешь нас и бережешь. Слава Тебе, аллилуйя, хвала Тебе, наш Иисус. Аминь. Присаживайтесь. Смотрите, тут Владимир приготовил нам чай, кофе, пожалуйста, стаканчики. Так что, Володь, угощай. Да, ну, угощай. Угощайтесь, ребята. Тут у нас да, здесь кипяток, вот здесь кофе, есть ложечка. Кто что будет? Братики, еще... Кончилось, чай есть. Есть кофе, вот тут, вот. Целая пачка. У меня еще есть для вас такие небольшие подарки, но эти подарки не вам лично. Эти подарки, чтобы вы передали... у кого есть жена, у кого есть дети, мама, папа, чтобы вы пришли и сказали, вот тебе с группы передали подарок. Мы там разговаривали об Иисусе. Володь, ты извини, тебе не достанется. Да, ничего страшного. Да, ты у себя дома. Потому что у меня дома там за... Да, держи. Когда-то после группы придете домой и отдадите близкому своему. Нет, туда чай наливают. Да, и скажете, вот я был на группе, мне для тебя передали, Бог тебя любит, да? Наливайте чай, не стесняйтесь, хозяйничайте, веник, давай. Будьте как дома, не забывайте. Да, кто там что хочет. Пока чай наливается, братья, я бы хотел у вас спросить, скажите мне, пожалуйста, а может ли жизнь состоять из одной радости, одних благословений, там, и когда все хорошо, бывают трудности? Испытания, да? Вот, Максим, глянь,
Вот ты с верующей семьи, да? Всю жизнь знаешь Иисуса Христа. Какие у тебя могут быть испытания или трудности? Неужели они у тебя тоже могут быть? Например... Микрофон. Не выключайте микрофон. Ну, например, с родителями. Ну, это редко. Самое частее это с друзьями, с соседями, ну, бывает, да? В основном разговоре. А да. Кто может рассказать, вот на этой неделе какие-то трудности были у вас, переживания? Ну, вся неделя самая спокойная. Самая какая? Спокойная. Я только переболел и все. Переболел когда? Да. Ну, сейчас скажу. Буквально, як сюди поїхати, десь за день до цього я так хорошо заболів. На цій неділі ж болів? Да. Ну, значить, трудність була ж, да? Ну, да, ну, вона за полдня і зійшла. Да, болезнь була. У кого? От у мене була трудність, вона ще не закінчилась. Треба звіт здати за церковь, годовий звіт, а я просто не розумію, як це робити. Два рази вже був у налогової і нічого не зробив. Ну вот у меня такая трудность сейчас, переживание, где бы найти хорошего человека, который бы мне просто помог и рассказал, как это делать, чтобы я и на будущее мог сам это делать. Так что, и это реально моя проблема, я прошу вас за это молиться и дома тоже. Кто еще скажет, какие трудности были? На работе. На. А, на. На работе у меня тоже на... начальство, ну, як вам сказати, що про Бога починаєш розказувати, вони мене б'ють носаками, типа. Реально, чоловік страждає за Христа. Да. Я починаю, щоб наспівувати собі в тому, ну, співаю, а вони кажуть, що ти там співаєш? Кажу, я співаю про Ісуса Христа, а вони кажуть, ми не хочемо слухати, що ти про Ісуса Христа. А кажу, ви прийшли б до мене додому, послухали про Христа, тоді б знали більше про Ісуса Христа. Молодець, ти, головне, не останавлюйся і ніколи не стесняйся того, що ти віриш в Ісуса Христа. І це взагалі... От... знаете, братья, многие из вас могут быть такие, да я крутой рассказываю про Иисуса, да, и вам боятся просто возразить. Сами что-то думают про вас плохое, но возразить боятся. А представьте, как, когда действительно тебя прилюдно унижают за то, что ты веришь в Иисуса Христа. Я думаю, это очень больно, но в то же время, пусть тебе, Саш, Господь дает большой силы держаться. Я думаю, що це у Саші на роботі, це із-за того, що люди просто завидують за те, що його все хорошо в житті, що з ним Бог так просто завидують йому. Я ще, як Господь мене теж випробовує і через начальника, я читаю Біблію взагалі, а сідаю в обідати місці з ним, а він мене починає словом Божим питає. І я йому тоді відповідаю, і кожен день він мене слово питає, а я читаю так Біблію. Бог мене так випробовує, чи я читаю Біблію, чи ні. Слава Богу. Хто ще поділиться? У кого які переживання? От були на неділі. Не зв'язані з Богом. Ні, не обов'язково, почему? Здесь день товариш відкрив автомагазин. Я занимаюсь консалтинговой деятельностью, очень сложно ему довести, что, как правильно надо делать все это. Вот как и убить, ты рассказывай, как там же рассказывай. Человек плохо понимает. Ну, пока получается. Соня уже звонит. Скажи, понял, про что ты мне рассказывал. То есть ты его учишь, да? Да. Ага. Ну, он открыл автомазин, там СТОшка и так. Ну, а для тебя трудность правильно донести эту информацию ему, чтобы он все понял, да? Плохо понимает. Угу. Я могу рассказать, но человек потихоньку идет все-таки. Слава Богу. Верным, да, путем. Слава Богу. Еще. Володь. Да у меня как бы таких, ну, особых и нету никаких там переживаний. Ну, разве что переживание было то, что так просто такие мысли какие-то, что...
Ну, я сам з Києва, і виходить, що в другому місті, в Хмельницькій. І... Ну, сюди треба ще з родителями зустрітися, там треба приїхати на свій район, там, де мені все знають, як... какой, що і як воно там произойде. Тобто, ну, таке мелочі. Але я думаю, з Божою допомогою це все пустяки. Ну... А так, на протяжении недели Бог просто, я смотрю, какой чудный. Мы там с Виталиком, ну, с Хмельницка там думали, он мне сказал за эту конференцию, говорит. Я ему говорю, поехали. Ну, а как же с работой, все дела, а вдруг там не отпустят, помолимся. Я не знаю, я просто так, ну, как бы все отдается Богу. И он чудно так все это решает, что просто, ну, нет слов. Все, ну, слава, ну, типа, ему за слава это все Богу. Просто чудесно. Ну, так вот как-то, по минимуму. Знаешь, Володь, душевные, духовные переживания, я бы их не назвал мелочью. Это реально очень серьезные переживания, за которые очень много нужно молиться. И когда они у тебя есть, даже нужно просить товарищей, своих друзей, братьев, чтобы они тоже молились за тебя. По возможности даже и рассказать, что тебя тревожит или о чем ты беспокоишься. Ну, понял, да? Да, да, я понимаю. Так что это... Ну, я просто веду к тому, что как бы Бог все усматривает и все идет как бы, ну, хорошо. Слава Господу. Братья, давайте помолимся, да? Кому нам еще обратиться, как не к нашему Творцу? Дорогой Господь, спасибо тебе, мой Бог, за то, что мы можем обратиться к Тебе, когда нам тяжело, когда у нас какие-то трудности, когда у нас испытания или переживания, Господь. И спасибо Тебе за то, что Ты даешь веру нам в то, что Ты все контролируешь, Господь. Все в Твоих руках, Господь. И мы знаем, что Ты все порешаешь, все проблемы Ты, Господь, держишь в своих руках, Господь. И спасибо Тебе за эту уверенность. Благослови моих друзей, моих братьев, которые сейчас... Каждый вспомнил о своих неприятностях, Господь, и прошу Тебя, Ты помогай проходить через эти испытания. Ты великий Бог. Слава Тебе, аллилуйя, хвала Тебе, наш Отец. Аминь. Присаживайтесь. Еще такой вопрос. Есть у вас там, где вы живете, где вы работаете, с кем дружите или общаетесь, у людей какие-то, ну, проблемы? Какая им нужна какая-то помощь, например. Ну, ты рассказал, что друг твой, да, ты его обучаешь какому-то делу, я так и не понял, какому, чему-то обучаешь, но я так понял, другу нужна твоя помощь, да? Преподнести человеку услуги, товар, да, там вот, вот, ну, есть торговая сфера, да, угу. И вот как правильно это все делать, дабы добиться большего результата. Угу. То есть ты ему в этом помогаешь? Да, то есть определенные схемы есть, которые, ну, угу. Которые действительно работают, это система там Smart, Smash, там, ну и так далее. Ну и как бы человек ранее не сталкивался с этим. Ага. Ну, свои там у него видения. Но если делать это правильно, то это будет давать лучший результат. Угу. Результат. Хорошо, а есть у кого-то, ну, еще такие друзья, знакомые, соседи, кто нуждается в чем-то? М? Вот ты где живешь, Максим? Чаплинки. Это село, да? Полусело. ПГТ. Есть у тебя соседы, где, там, где, например, бабушки старенькие, в чем-то нуждаются? Все хорошо живут? Счастливые? Аллилуйя, классное у вас село, да? Братья, есть, вы видите нужду людей? Є такі люди, що нуждаються у гуманітарці, така, що... Ну, наприклад, ти знаєш, у тебе є такі знайомі? Є, є багатодітні сім'ї. Знаєш, їх, як їх зовуть, де да, живуть, так? Знаю, да? Знаю, так. Да. А знаєш, де взяти гуманітарку? Знаю. А знаєш, як їм допомогти? Звісно. Ну, так слава Богу, то есть эту проблему можна рішати? Так. Да. А хто це буде робити? Я. Аллилуйя, слава тебе, Господи, глянь, ти молодець. Хто ще поділиться? У меня есть товарищ, очень, ну, не глупый, образованный человек, ну, сам с Луганска, ну, когда началось вот это все о том, он приехал в Луганскую область и очень обильно, тщательно употребляет алкоголь. И вот я с ним борюсь, и у меня плохо получается. На связи. Как быть? Вот.
Ты ему хочешь помочь, да? И мать у него тоже, ну она там свидетель Иеговы, я не знаю, кому она там Серега относится, тетя Люба. Ну и мы все как бы получаемся на данный момент бессильны. Вот насколько он вот, сатана его взял крепко. Пока мы не можем подобрать до него способ, метод вывести из такого состояния. Хотя человек, ну, довольно-таки, ну, хорошо образованный. А, скажи, вопрос номер первый. Ты его любишь? Ну, как товарища, мой друг детства. Мой. Ну, ты, он бы, тебе он дорог, не, как не человек. Он не безразличен, как человек. Нет, то есть. Угу. Когда-то мне вот недавно задали вопрос, а сколько ты часов стоял на молитве? Вот я тебе тоже хочу такой вопрос задать. А сколько ты часов за него стоял на молитве? Нисколько. Именно вот так вот. Говорю, как есть. Ну, я ему предметно... То ты уже... То ты уже я так понял, что ты понял, с чего начать. Ну, наверное, да. Да, с чего? Ну, с молитвы. Аллилуйя. Слава тебе, Господи. В церковь его пытаюсь, но он пока без... Ну, такой очень крепкий. Угу. Сатана держит. Знаете, когда мне дорог какой-то человек, да, перед тем, как что-то предпринимать... Этого человека нужно у Бога вымолить. То есть эта духовная война идет за душу. И это реальная война. И нужно очень много приложить усилий для того, чтобы что-то начало получаться. Какое-то было продвижение. И в первую очередь самое главное и самое, с чего нужно начать, это с молитвы. Сначала молитва, потом действие. Во время молитвы тебе Бог уже скажет, что тебе нужно делать. Ну, понял, да? Я понимаю. Еще, братья, кто, у кого есть нужда? Как его зовут? Андрей. Угу. Мы будем молиться за него. Все? Есть еще? Есть нужда. Тоже, как бы, нужда за друга. Он отошел. От церкви, отошел от Бога, вот буквально недавно он принял крещение, вот буквально летом, переехал обратно в Киев и опять начал заниматься теми же делами, там, ушел буквально какая-то неделя, две назад, может три, не знаю, и просто просьба молиться за него как-то, я хочу с ним встретиться и на центр его попробовать отправить, потому что сам же такой же. И чтобы Бог сокрушил, потому что он боится где-то, что люди скажут, как посмотрят, что он, то есть, чтобы эту бознь какую-то забирали, забрал он у него. Да, знаете, Иисус, что самое интересное, делает свои чудесные дела руками верующих людей. Вот если мы считаем себя верующими, вы представляете, что Господь нашими руками делает свои дела. Он побуждает наши сердца помогать людям. Он побуждает нас что-то делать для людей. Он побуждает нас участвовать, делать его работу. Да, братья? Ну, спасибо, что вы поделились вот этими своими переживаниями и за свою жизнь, и за окружающих вас людей. Мы здесь сегодня собрались для того, чтобы почитать один отрывок Слова Божьего. Раздайте, пожалуйста. Мы почитаем сегодня с вами Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 по 41 стих. Это 13 страничку. Открывайте. Тринадцатая страничка, с 35 по 41 стихи. Братья, вы знаете, что есть у человека несколько видов памяти? Зрительная память, знаете такое, да? Память, когда мы слышим что-то и мы запоминаем. Давайте сейчас, Максим. Ты прочитаешь с 35 по 41 стихи, да? 13 чуть 14 страничка. А мы все будем глазами следить, что нам Максим читает, да? Давайте. Возьми.
тот же день вечером Иисус сказал своим ученикам: «Переправимся на другую сторону озера». Отпустив народ, и они вошли в лодку Иисусу и отплыли от берега к ним. Присоединились и другие лодки. Внезапно поднялся сильный шторм. Волны были у борта лодки и ее стало заливать. А Иисус в это время спал на корме подложив подушку под голову. Ученики разбудили его и сказали: «Учитель, неужели тебе все равно, что мы гибнем?» Проснувшись, он запретил ветру и приказал озеру умолкнуть. «Пристань!» В тот же момент ветер стих и наступил полный штиль. «Ну что вы испугались?» — сказал он ученикам. «Неужели у вас еще нет веры?» Ранее ученики спрашивали друг друга: кто он, что даже ветер ему и море ему повинуются. Спасибо, Максим. Братья, вы все следили глазами, да? А теперь я попрошу всех закрыть свои Библии, кроме Якова. Яш, а ты сейчас нам вслух прочитаешь, а мы сейчас давайте внимательно его послушаем. И слушайте очень внимательно, потому что кто-то из вас будет сейчас это пересказывать. В тот же день вечером Иисус сказал своим ученикам: «Переправьтесь на другую сторону озера». Отпустив народ, они вошли к лодку и к Иисусу и отплыли от берега. К ним присоединились и другие лодки. Внезапно поднялся сильный шторм. Волны были от борта лодки, и ее стало заливать. А Иисус в то время спал на корме, подложив подушку под голову. Ученики разбудили его и сказали: «Учитель, неужели тебе все равно, что мы гибнем?» Проснувшись, он запретил ветру и приказал озеру: «Умолкни, перестань». В тот же момент ветер стих и наступил полный штиль. «Ну что вы испугались?» — сказал он ученикам. «Неужели у вас еще нет веры?» Перепуганные ученики спрашивали друг друга: «Кто он, что даже ветер и море ему повинуются?» Аминь. Кто смелый, кто может пересказать? Конечно, своими словами. Ты хочешь попробовать? Давай. В один день ученики и Иисус должны были перебраться на другую сторону берега. И когда они зашли в лодку и начали плыть, к ним присоединились другие лодки, и начался сильный шторм. Иисус в это время лежал спокойно, ничего его не отвлекало, а ученики начали беспокоиться и разбудили Иисуса и сказали, что шторм сильный, и когда он проснулся, он сказал, чтобы этот шторм остановился, и он спросил у них: «Что вы боитесь?» А они спросили, кто он, что ему повинуется море и ветер. Кто может, вообще классно ты пересказал, очень-очень подробно, да? А может, кто хочет дополнить? Или может что-то, какая-то неточность? Братья, открывайте, смотрите. 13-14 страничка, кто дополнит? Мало веры.
А что? Ну, в принципе, все так, как бы я рассказал, но там еще речь шла, что они не поняли, кто с ним, с ними плывет, и что они усомнились, что они... Ага. Что мало веры у них. А ученики так удивились, что почему он спит, и не все, ну, типа, как говорит, тебе не все равно, что мы гибнем. Если бы они понимали, с кем они плывут, то они бы не задавали такие вопросы, мне кажется. Угу. Ну, тоже легли бы, наверное, спать. Да. Если бы знали. Что там тот шторм, что там, там ветер, есть подушка, можно и прилечь. Ага. Корабль на ту сторону доставить. С Богом все возможно. Когда понимают, что Бог с тобой. А они не понимали. Неужели у вас еще нет веры, он задает вопрос. На тот момент у них не было веры. Дим, что ты добавишь, как хочешь? Ну, недостаточно они верили. То есть недостаточно сильно у них была вера. Он обозначил, что если Бог с вами, то ну, не стоит все-таки сомневаться и бояться. Кто против нас, если Бог с нами? Угу. Как бы акцентировал на этом, то есть акцент стоял. Шторм. Они же сомнились в своей вере. Он все-таки указал, что Бог, если Бог с вами, то не стоит. Так. Какие-то дополнительные сомнения в себе там искать, бояться чего-то. То есть так. Саш, ты что дополнишь? А? Все он правильно пересказал? Правильно, да? Ну, не знаю, он, я, например, услышал, что он сказал, что Иисус лег, просто лежал, отдыхал. Но потом он исправился, сказал, что Иисус проснулся. То все-таки Иисус заснул, да? Он наблюдал, как будет, насколько их вера сильна, насколько она крепкая. Где он наблюдал? Это как бы прообраз. Ну, разбудили. Не прообраз ситуации. Ну, сама суть, смысл ситуации, как я вижу. Смысл в том, что они начали сомневаться, а он ему говорит, не надо этого делать. То есть отметил это. А сомневаться. Если ты с Богом, то не сомневаться. Не трепь. У меня вопрос. А почему ученики вообще испугались? Угроза. Не мало верили. Да. Не верили. Недостаточно. Что случилось на этом озере? Був шторм, і якщо йде шторм, то якщо хвилі великі, а під час великих хвиль плавати це дуже тяжко. І коли корабль розбивається, тоді ну, вижити майже нереально. Той момент, особливо коли вони ну, десь посередині частини того озера, і ти сил не вистачає, щоб допливти до краю, ага. І це вже майже 100% те, що людина помре. Угу. Знаєте, такий інтересний факт, часть учеников Ісуса Христа ким були? Рыбаками. А чим ми давно мали? Штурмом, а не к этим всім. Преградам всем этим были готовы, и это было не первый раз. Просто в этот раз, ну, я не знаю, почему они испугались этим. Ну, может, в этот раз шторм был какой-то особенный? Может, и был особенный. Но они поняли, что силенок у них уже не хватает на свои силы, надеются. Они сначала надеялись на свои силы. То есть, получается, вот эти даже те же рыбаки, да, если они тоже испугались, значит, они поняли, какой силы шторм, да, и... Осталось только разбудить Христа и сказать ему, тебе что, все равно, что мы им гибнем. Ну, получается так, ага. По тексту, потому что своих сил не хватило, а что-то там стало нормально. Наслаждался, отдыхал, если бы да? Они...
верили, что, ну, я не знаю, может быть, и подумали, этот шторм был для проверки их веры в Бога. Пройдут они его или нет. Скажите, братья, а бывают штормы только на море или в жизни? В жизни. Море как прообраз. Смысл я вижу лучше. Того, что микрофон, пожалуйста. Микрофон. Угроза, как бы у них была угроза, и угроза, в принципе, как бы в их ареале, то есть в море. То есть они там себя чувствовали как хорошо, как рыба в воде. Но была такая ситуация, которая поставила на грань сомнения. То есть насколько они сильны духом, насколько они тверды. И вот они начали усомнились, и он же говорит, не-не-не, ребята, не надо так делать. То есть не давайте за, все-таки идите вперед, вас Бога. Но Иисус же ответил на их молитву? Ну, он ответил. Вы вот тут, что вы испугались, он поинтересовался, что такая же не надо. Неужели у вас еще нет веры? То есть, неужели вы недостаточно еще верите, что все-таки если Бог с вами, то вы преодолеете все трудности. Даже вот такой, что, которое вы как рыба в воде, и все-таки испугались этого что? Такой вот вопрос. Питание было очень настолько, что усомнилось. Можно? Да, конечно. Я тут заметив, если неправильно поправте, пожалуйста, ну от ученики, вони ж не стали там кричати на помощь або щось іще подобне робити. Вони зразу пішли до Ісуса. Тобто у них була віра, що Ісус може це остановити. І ще я тут заметив, що обучаюче тут те, що якщо у нас в житті якісь труднощі, то ми маємо право і ми повинні йти до Бога і просити допомоги Його. Аминь. Да, вот смотрите, Иисус не был моряком? Не был. Но почему-то рыбаки обратились к Иисусу, сказали, ты нам помоги, да? Не, ну он чудеса творил разные, всякие. И думаю, что-то бы он порешал, что-то бы, может, не шторм укротился бы, а лодка окрепла бы, да, или доплыли бы там бегом куда-нибудь доплыли. Он же делал по-всякому. Вот исходя из этого отрывка, что мы можем какой для себя сделать вывод? Все доверять Богу, не сомневаюсь в Боге. Так. Що треба не бояться уповати на Бога. Тобто бояться і думати, що це непостижимо, що для мене не треба. Тобто треба попросити у Бога, щоб він дав правильно настанову, и тогда все получится. Так. Ну, я вам держу, я как бы свою позицию выслал, что все-таки кто с Богом, тому преодолеет все преграды. Даже такие сильные штормы, с которыми, в принципе, моряки были готовы встретиться. Но они были с Богом, и Иисус им отметил, ребята, все-таки вы на верном пути и не сомневайтесь. Вера ваша должна быть еще крепче, еще сильнее. Если вы придетесь в вере, то есть подтвердил тот момент, что вера все-таки должна крепнуть. Да. Яр, вот у тебя жизненная ситуация. Этот отрывок, вот какая-то проблема, то есть в жизни что? Бывало у тебя такое? Какая-то безысходность бывала в жизни? Как долго ты с Богом, я забыл? Микрофон. А про Бога сколько знаешь? Микрофон. С рождения? А, ты в верующей семье, да? Хорошо. Ладно, не буду этот вопрос задавать. Вот, Саш, вот у тебя в жизни шторм. Например, было у тебя что-то такое, как шторм, и что ты можешь поделиться? Бывало разное. Я бывало таке, що і бився, і таке все, що Бог мене освободив і на роботі теж, зараз на роботі, гноблять мене, але я держуся Господа і все довіряю. Буває, таке хочеться йти
іти, піти десь і просто поплакати для Бога, розумієте? Я так молюся, що вечором йдемо з батьком з моїм, і в мене йдуть сльози. Просто так молюся в духі. Господь отак мене веде своїм путем. Все-таки був один момент. В мене було, Бог чудним способом мені дуже допоміг. В мене була, я вже розказував здається, на першій або на другій зустрічі, те, що в мене була залежність по проповісті 5 розділ. І тоді от мені це вже наскільки було надоїло, ну там теж була певна історія, як туди попав, хоча це взагалі мене здається не тянуло і ну, це мене взагалі не інтересувало, ну, але ну, попав. Все-таки я туди впав, в цю яму. І сам, стараючись на свої сили, надіючись, хватало тільки ну, день-два і все. А так, ну, щоб самому випкатись із цієї ями, взагалі сил не хватало. Ну, от Бог, він, я просив, от молитви, я молився, просив Бога, ну, хватало трохи на довше сил, ніж я взагалі сам пробував. Ну, але не на зовсім. Це треба було постійно робити. Це молитва і дії мали бути. От іде молитва, потім я все-таки, коли про що я думаю, про що я роздумую, це ж все йде, це теж складно, тому що це все йде в голові. Це все дуже близько для тебе, це наскільки близько. І от теж прийняв рішення, що зранку я читаю Біблію, прошу допомоги Бога, що він мені допоміг. Служити йому, а не другому, і стримуватися від ось цього всього, і не робити. І протягом дня це в мене виходило. Я вечором теж читав Біблію, молився, дякував за те, що він мені допоміг. І також просив благословення на наступний день. І саме тільки з його допомоги він мене визволив, і ну, це дійсно, це тільки він міг мені допомогти. Так. Да. Браття, давайте из этого отрывка вот так как бы по пунктам сделаем выводы. Если у нас в жизни шторм, как мы должны себя вести? Спокойными быть, да? Скажите, если бы ученики не разбудили Иисуса, утонула бы их лодка? Не утонула. То есть, если у нас в жизни шторм, надо быть спокойными, да? Давай. Уповать на Бога все время, когда при шторме, молиться к Нему и просить Его, чтобы Он давал силы преодолевать. А шторм начался, я по своей жизни могу сказать, что просто спокойно не прокатывает. Не получится, да? Мне все равно оно засосет, и не крути. То есть получается, если шторм начался, да, если начались какие-то проблемы в жизни, то... Первое, я думаю, это надо знать, что в моей лодке Иисус. Просто хотя бы об этом знать, да? Если ты будешь об этом знать, это даст тебе больше спокойствия или нет? Даст, да? А если не получается быть спокойным, можем мы будить Иисуса? Конечно. А как часто бывает, что во время ваших переживаний, волнений, вам кажется, Бог меня не слышит. У кого такое было? А? Было такое, когда ты думаешь, что Бог тебя оставляет, не исполняет то, чего ты хочешь. Я думаю, ну как бывает, что... Такое ощущение, что он спит, да? На корме. Ну, спит, но походу ты плохо будешь, потому что... Я не знаю, ну и было такое ощущение, что Бог оставил. На самом деле он никогда не оставляет. Это просто в мозгах ты себе накручиваешь эти мысли твоей плоти от того же лукавого, который тебе прокидывает, чтобы дальше отдалить тебя от Господа. А Господь всегда с тобой. Куда бы ты ни шел, где бы ты ни был, с кем бы ты ни был. Если ты к Нему молишься, обращаешься и думаешь, как Он, то Он всегда рядом и ничего. Бояться. И даст тебе те силы пройти тот шторм, тот град, который будет на твоем жизненном пути.
Мене колись в дитинстві, я молився, по дитинству там ще. І в мене був один такий момент, і я думав, що мене Бог не чує просто. І я до баби пішов, кажу так і так, я молився, Бог нічого не відповідає. І мені бабушка розповіла, що не завжди Бог буде робити так, як ми просимо. Це може бути того, що це Бог лізе наперед. Воно все знає наперед. І Бог бачить, що це нам просто не треба, або це нам помішає, повредить. І за цього Бог цього не робить, то, що бабушка мені розповідала, він готує для нас щось своє, краще, майбутнє. Так. Да. Бог може зробити совершенно не так, як ти просиш, так? Да? Його свої плани. Да. Братья, исходя из этого отрывка, что мы прочитали, мы видим, что Бог какой всемогущий, да? Что Он постоянно рядом, да? Что если мы будем верить, что с нами рядом Бог, это будет помогать нам поддерживать наше внутреннее спокойствие, да? Но если наше внутреннее спокойствие нарушено, мы должны молиться так, чтобы Иисус начал что-то делать, да? Потому что нам плохо. Я скажу, у меня тоже вся жизнь, 8 лет, баба, шторм. Я всегда был уверен, что Бог со мной, и Он меня не оставил. Никогда, ни разу. И опять же, путь Он всегда указывал, я же говорю, мама, я нахожусь здесь, мама, сообщаемся. Всегда уповал на Бога и благодарил. Ну, да, наверное, но все-таки ближе хочу стать. Потому как это, из личного наблюдения, из своей личной жизни. Шторм 8-9 баллов преодолевается с лихвой. Но путь указывает только Он. Угу. Потому как бывают такие ситуации, даже предугадать и предвидеть, просчитать тоже нельзя. Только Он может все это сделать. И слава Богу. Слава Богу. Скажите, есть что-то новое, что вы узнали вот сегодня, что вам Дух Божий что-то подсказал или что-то открыл? Или напомнил то, что о чем ты знал, а это как бы наживил тебе Господь? Ну, скажем так, из этой лекции, да, было такой поток информации, много интересного. Я думаю, вот эта вся информация, которая будет прорабатываться, вот много откроет. Сейчас, сразу сказать я так не могу, вот, что я для себя подчеркнул из этой лекции. Да, осмыслить некоторые моменты, вот, наш разговор, в спокойной ситуации, когда можно сказать больше, что я подчеркнул нового из этой конференции. То есть так на быструю сказать, можно ошибиться, так вот, особо с глубоким смыслом не скажешь. А вот когда чуть переосмыслить, что я вынес с этой лекции, что я нового узнал о Боге, что о Божьем Слове я узнал нового. То есть чуть переосмыслить, я вот, допустим, могу сказать, что я вынес для себя нового с этой конференции. То есть мы понимаем, что все, что мы сегодня прочитали, да, это написано Богом. Да. Так же? Божье Слово. Если это написано Богом, оно важно? Абсолютно. А для кого оно важно? Для нас важно? Дим, а еще то, что ты сегодня узнал, только для тебя важно или еще для кого-то? Я думаю, это все-таки для нашего общества, для социума, для всех нас это. А ты готов этим поделиться с кем-то? Я и стараюсь делиться. У меня там, скажем так, методы чуть отличаются. Допустим, есть такая грань. Вот люди, которые вообще отрицают, да, все это дело. Есть верующие люди, да, и вот. Те, которые абсолютно не хотят даже слышать о Боге. Не так просто к ним подойти, чтобы заинтересовать все-таки. Зачем? Хитрости, да? Заинтересовать. Там тоже вот я с Левой общались, когда люди там Арон с Моисеем там делали. Все-таки они применяли вот такие. Как человека? То есть можно просто оставить его. Или постараться как-то его вытащить. Ага. С ямой, скажем так. Вот разные методы применяются. Скажите, братья, если мы поняли, да, что это для нас очень сильно важно, да,
Может ли эта информация быть очень важной для нашего друга или соседа, или с кем ты работаешь, коллега, или с кем учишься? Может быть важно? Она важна. Важно еще как ее преподнести, как его. Да, если я преподнести, я понял, это восприму. Ну, у тебя есть человек, которому ты хотел бы рассказать это? Да. Есть такой человек? Есть, да. Что ты сделаешь? Я рассказываю про Иисуса Христа, как... Не, я имею в виду, вот после этого урока ты расскажешь ему то, что ты сегодня узнал? Ну да, что все отдавал в руки Божьи. Как его зовут? Андрей. Вот. Значит, ты завтра поедешь домой, потом встретишься с Андреем и скажешь: Андрюшка, ты знаешь, вот такая группа была классная, мы там обсуждали, рассматривали главу от Библии, я узнал такие-то, такие-то истины. Да? Да. А еще кто поделится? У тебя есть с кем поделиться? Ну, можно попытаться с одноклассниками. А почему попытаться? Ну, потому что они такие прям там вообще не хотят слушать. Они тебя боятся из-за твоего роста. Ну, может быть, я не знаю. Так ты их силой посади вокруг себя. Слушайте, я сказал. Ну, может быть, ну, и может быть еще на улице, резко. А давайте, братья, будем вот так, вот сейчас мы говорим, может быть, тому расскажу, может быть, тому расскажу. Давайте сейчас каждый из нас представит человека, которому ты можешь рассказать это. И каждый из нас даст себе обещание, вот завтра, или послезавтра, или в понедельник, вот при первой удобной встрече я расскажу ему о том, что я сегодня узнал. Есть такой человек? Есть? Яша? Как зовут? Богдан. Все, ты расскажешь это Богдану? Ты расскажешь, что во время любых штормов, да, Иисус всегда рядом. Можно не волноваться. А если волнуешься, то нужно молиться, да? Расскажешь ему это? А ты, Максим? Нема кому? Соседи все живут хорошо, рассказать некому. Хороший поселок у вас, Чаплинка. Да? Чаплинка. Братья, я бы хотел, чтобы... У вас есть вот эти Библии дома? Да. А? У всех есть, да? Есть, да? Я бы хотел, братья, чтобы вы почаще заглядывали в эту книгу, почаще искали, сами доходили до каких-то истин и делились этими истинами с окружающими людьми. Давайте мы сейчас будем молиться, да? И я прошу, чтобы вы не забывали о тех пунктах, которые, помните, за нужды друзей. Вот ты пообещал, что ты будешь помогать другу своему, да? Будешь продолжать дальше. Ну, с твоей стороны, это ж помощь? Ну, я думаю, да. Ну, а ты что будешь делать? Помогать семьям, которые нуждаются. Ты уже план в голове созрел, как ты это будешь делать, да? Да. Вот. Когда ты это будешь делать? Можу из понедельника начать. Классно. Можу из недели удалять. Угу. Кто еще кому что будет делать? А? Яш, ты говорил. Розвивати відносини з людьми, з друзями, і потім через саме без хороших відносин, ну, нічого, ну, чим ліпші відносини будуть, тим буде ліпше бути. Давайте, браття, будемо зараз молитися, да? І я би хотів... А ти що будеш робити? Ты посадишь друзей и будешь им рассказывать о том, что узнал, да, сегодня? Слава Богу.
Давайте, братья, наша группа подходит к концу, да, сегодня. Спасибо, Володь, что ты пригласил, что ты открыл двери своего дома. Да, спасибо, что жена твоя приготовила там чай, кофе, не знаю, есть, нет? Не жена. Братья, давайте сейчас будем молиться, я за вас буду молиться, да? Может быть, у вас есть какие-то особенные нужды, за что бы вы хотели молиться? Є певні потреби на рахунок того, щоб дійсно бути виконувати, от є Божа воля, щоб виконувати Божу волю, щоб не мої бажання були і не мої думки, бо в мене теж є вибір, от після закінчення навчального закладу, після школи, піти навчатися, куди це робити, і ну, подальше. Є певні відповіді, бачу. Теж деякі люди за мене моляться, теж є ця підтримка, і воно відчутно це дуже сильно. Щоб поступати по Божій волі і бути добрим милостивим. Хорошо, і що нужди? Молюся більше за духовний рост, за мудрість, як правильно. Ну, доносити людям таким, які в проблемах, щоб они уходили в свои пути, если бы вы что. Так вот это. Хорошо, что есть такая нота, чтобы молились еще за нашу семейную группу, там, где приходят тоже люди такие, что не знают, чем Господа, чтобы они возрастали и познали Иисуса Христа. Аминь. Еще нужно? Заснування церкви в селі Ковпита, там ще зробили. Як село? Село Ковпита. Ковпита? Добре. Чернігівська область. Ну, я вже так, як Господь Бог чоловіку дав разом, що помолимося. Разом, який дав Бог чоловіку, буде ближче, понімали все-таки. В унісон, понімали друг друга, разом понімав Бога. Шел ближе к нему. Люди понимали, что все-таки разум дал человек Бога. Хорошо. А вас, братья, я хочу попросить, чтобы и вы молились за меня с этим отчетом, как мне его сдать. Я очень сильно переживаю налоговую. Это реальная моя нужда. Так что тоже не забывайте за это молиться, да? Ну, машина уже сделана, уже, слава Богу. Это благодарность. Давайте помолимся, братья, помолимся. Дорогой любящий Господь, спасибо тебе, мой Бог, за то, что ты собрал нас здесь, за этим столом, что мы могли познакомиться, пообщаться, Господи, почитать Слово Твое, за то, что мы могли познать эти истины, которые ты нам открывал, Господь. Спасибо тебе за этот урок наш сегодняшний, что мы поняли, что в самых серьезных и трудных переживаниях, волнениях ты всегда рядом. И если нам порой кажется, что ты спишь, ты все равно, мы не утонем, Господь, потому что ты в нашей лодке. Спасибо тебе за то, что ты показал нам, что даже если у нас пропадает вера, мы становимся маловерными, мы можем в молитве взывать к тебе и просить, чтобы ты помог. И ты ответишь, ты встанешь и скажешь: Денис, ты не переживай, все хорошо, я с тобой. У тебя просто вера ослабна, и этим ты даже укрепишь мою веру. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты это показываешь. Дорогой Господь, я прошу тебя за братьев моих, которые здесь собрались, Господь, за Володю, за его жизнь духовную, за его дальнейшую жизнь, Господь. Также прошу тебя и за его личную жизнь, чтобы она наладилась, восстановилась, Господь. Ты тот Бог, который восстанавливает все. Господи, прошу тебя за Диму, также и за этого человека, за этого брата, который познал тебя как своего спасителя, Господь, и
Он пережил очень много в своей жизни, Господь, и он радуется, что ты спас его, Господь, что ты постоянно был с ним, что ты берег его. Прошу тебя за его товарища, которому он объясняет все тонкости работы, Господь, открой его разум, используй Диму. И самое главное, чтобы этот товарищ в этом увидел твою руку, Господь, твою Божью руку. Дорогой Господь, прошу тебя за Максима. Ты знаешь и этого брата, ты знаешь его переживания, ты знаешь его жизнь. Господь, он просит тебя в своем селе, там, где организовывается новая церковь, Господь, я прошу тебя. У тебя очень много людей по всему миру, именно твоих людей. Я тебя очень прошу, Господь, чтобы и в их селе очень много было спасенных душ. Господь, ты работай с населением, работай с сердцами людей и используй для этого Максима, Господь, пусть он будет верен тебе. Прошу тебя еще за одного Максима. Господь, ты знаешь, хоть он больше молчал, но на самом деле у всех людей какие-то есть переживания, волнения, Господь, и у него тоже. Господь, я прошу тебя, ты отвечай всегда на его молитвы, когда он просит тебя. Господь, я прошу его, держи крепко его в своих руках, Господь, чтобы он никогда не отступал от тебя и был твоим ребенком, Господь. Спасибо тебе за него. Дорогой Господь, также благодарю тебя за Вениамина, за этого брата, Господь, который верный тебе, который с тобой, Господь. Он сегодня принял такое решение, рассказал своим друзьям, одноклассникам, товарищам о том, что он сегодня узнал, Господь. Я прошу тебя, чтобы это решение у него не угасало, чтобы он действительно поставил цель такую перед собой, рассказывать о тебе своим друзьям, Господь. Дорогой Господь, также прошу тебя за Яшу. И у него есть нужды и переживания, он переживает. Он хочет, Господь, всю свою жизнь положить на Тебя. Он хочет видеть Твою волю. Он хочет довериться Тебе. Он хочет услышать, что Ты для него приготовил, Господь. Он хочет быть послушным Тебе. Я прошу Тебя, помоги ему в этом. Это очень хорошее желание, Господь, быть послушным Тебе. Прошу Тебя, покажи ему то учебное заведение, куда он собрался поступать, куда он хочет поступать, Господь, или куда ему нужно поступать, Господь. Я знаю, что твое решение, Божье решение, оно самое правильное. Господь, покажи Яше именно свою волю насчет этого. Дорогой мой Господь, прошу тебя и за Сашу. Ты видишь его проблемы и переживания и на работе, Господь. Ты видишь, как ему тяжело бывает. Как он действительно бывает страдает из-за того, что он верующий, Господь. Терпит насмешки от коллектива, от коллег по работе, Господь. Я прошу тебя, поставь над ним свою преграду. Поставь над ним свою защиту, Господь. Я прошу тебя, дай ему духовной силы быть верным тебе до конца, Господь. Прошу тебя, мой Бог, береги его от окружающего зла, Господь. Спасибо тебе за его ревность такую, что он все-таки не боится, Господь, и поет, и на работе, и псалмы поет, и не боится, Господь, это делать. Я прошу тебя, ты помоги ему реализовать вот эти идеи, которые сегодня он принял сделать, помогать семьям, гуманитаркой, у него уже какой-то план там появился, как он это будет делать. Я прошу тебя, ты поддержи ему, дай ему команду, чтобы он это не сам делал, чтобы он поделился с кем-то, с друзьями, с товарищами, и вместе они действительно делали твое Божье дело, чтобы в этом прославился Господь ты. Ты великий Бог. Я благодарю тебя за это. Благодарю тебя за эту встречу. Благодарю тебя за всех братьев, которые здесь находятся. Я благодарю тебя за Авраама, за Веру, за Андрея, за Ваню. И, Господи, за всю команду их. Спасибо тебе, Господь, за то, что они появились в моей жизни. Ты великий Бог, Господь, ты делаешь чудеса. Слава тебе, аллилуйя, хвала тебе, наш Иисус. Аминь. Аминь. Сидите, мой брат, сидите, занимайте места, пожалуйста. Там за столом будет. Окей. Аплодируем группу.